Работаем на часах в нашей студии 7 часов и 54 минуты для одних. Это разновидность искусства, для других интересный спорт, соревнования и воздушный шоу. Для третьих возможность приблизиться к природе. О чем идет речь, расскажет Светлана Зейналова. Света, доброе утро. Доброе утро. Для четвертых это еще возможность сделать интересный репортаж. Так вот, с тех пор, как первобытные люди разобрались, что же им все-таки делать с руками и ногами, они страшно расстроились. Потому что в процессе эволюции крыльев-то нам и не досталось. И вот с тех пор главная мечта человечества – это летать, подниматься ввысь, в небо, как птицы, ну или как сказочные воздушные змеи. К сожалению, змея Горыныча оседлать не удалось, а вот своими руками сделать бумажно-воздушного змея и запустить его в небо, вот это вот, пожалуйста. В усадьбе музея Коломенска открывается 5-й по счету фестиваль воздушных змей. Хочу вам представить дрессировщика, укротителя самых страшных на земле воздушных змеев, Михаил Ласков. Здрасте. Здрасте, Светлана. Здрасте. Скажите, вот мне всю жизнь казалось, что это спорт для детей. Знаете, дети бегают там, на веревочке у них бывает, а взрослыми жизнь занимаются... Ну, что вы, Светлан, змеев еще в Древней Японии использовали в качестве выяснения отношений между разными деревнями. Как для сражения? Да, на змеях именно. Так. Чей змей сильнее. Вот, а сейчас это уже современный вид спорта, который популярен во всем мире, проходит чемпионаты Европы, мира. То есть очень популярно, да. А практически есть целые кружки, наверное, где этому учат? Конечно, целые кружки, даже ассоциации, федерации, так что... Понятно. Все серьезно. Хорошо, вот мужчины, видите, змеями мерились, у кого длиннее. Хорошо, давайте посмотрим, у нас в руках есть змеи, которые скоро поднимется в воздух, да? Скажите, вот у нас чего сделано? Ну, применяются, на самом деле, самые современные материалы, то есть парус делают из, из того же самого материала, как и парус у гоночных яхт, а каркас делают из тех же самых материалов, из которых делают болиды Формулы-1. Здорово, а давайте сейчас сделаем такой мини-авиасалон МАК и поднимем в воздух настоящего летающего воздушного змея. С удовольствием. Давайте. Итак, смотрите вверх, выше фигуры пилотажа. Коломенском, вау! Миш, скажи, как называется фигура? Вот это вот называется фейс. Фейс. Отлично. А ну, мы сказали, поехали, мы взмахнули рукой и полетели, но недалеко, и продолжим в нашем следующем прямом включении. Спасибо, Света, вспоминается песня «Я хочу, как ветер, петь», и, в общем, там дальше летит. Это точно.